Похитили человека, но в полиции уверяли, что это был розыгрыш. Сегодня в Приволжском районном суде Казани рассматривали уголовное дело в отношении 5 молодых людей, обвиняемых в похищении знакомого за долги. Согласно уголовному делу, обвиняемые оделись в форму сотрудников специальных подразделений МВД, затащили пострадавшего в машину и увезли. Но были задержаны на посту полиции. Ленар Гинатулин из зала суда. Я просил процесс отложить и с тем, что потерпевший отсутствует. Защита обвиняемых просила процесс отложить. Адвокатов не устроило присутствие официального представителя потерпевшего. Хотели видеть его самого, но суд ходатайство принимать не стал. На скамье подсудимых прячут лица 5 обвиняемых в похищении человека. Как установили следователи, один из них вложил крупную сумму денег в компанию потерпевшего, которая занималась торговлей криптовалютой. Но когда бизнес рухнул, вложивший в него деньги мужчина решил потребовать вернуть их и получил отказ. Тогда по версии обвинения и родился план похищения. Осуществить его помогли остальные обвиняемые. Вооружившись пистолетами, а также находясь в маске, форменном обмундировании, которое имитировало одежду сотрудников полиции, подрезали автомобиль потерпевшего, вытащили его из автомобиля, поместили в автомобиль «Соболь» против его воли и поехали в сторону выезда из города Казани. Но план сорвали автоинспекторы. Они задержали подозреваемых на посту ГИБДД. Тогда задержанные утверждали, что это был розыгрыш, мол, полицейскую форму надели для убедительности, чтобы пострадавший решил, что обращаться куда-либо не стоит и отдал деньги. Но, по словам свидетеля, на розыгрыш это было не похоже. На следующий день я с ним встретилась. У него имелись на лице гематомы. И также, когда я начала обнимать сзади, я увидела то, что гематомы. Даже подняла футболку, и гематомы от, как будто дубинками его. Выслушав свидетеля, судья отложил заседание до того момента, когда сам пострадавший смог бы присутствовать в слушании дела. Ленар Гинатулин, Константин Бушуев, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.